Вот вам пепельница. Да, спасибо, молодец. А куда вы потом едете? На Монбланк. О, Монбланк. Это Чамоникс. Ну, до Монбланка мы хотели бы еще съездить в музей. В какой музей? Сейчас покажу. 45. На мотоцикле это где-то, ну, 45 минут. 45. Ну, максимум час. А, понятно. Куда вы повесите? Ла, 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 s'il vous plaît. Да, я попал в какую-то сюда, вот. S'il vous plaît. Là. Voilà. Merci. Ух ты, какая каков. И après, quick. No, just here. Yeah, here, Lupe. Okay, complete. Il se rappellera qu'il a fait faire la barbe à mon sol. Et vous, professionnel, quoi? Moi, coiffeur ici, et vous, professionnel? Mmh. En Irlande, vous faites quoi comme métier? Mais bah bonjour. Hein. Да, вообще буду красивым. Oui. Oui. Такие усы надо сделать вот так. Oui, vous êtes pas passé mardi. Ну, у него такую бородку вот так. А, mais j'ai pas... Non, d'accord, mais... C'était pas grave, c'est pas... J'ai pas compris ça, d'accord, non, mais ça fait pas de soucis, c'est pas... Je croyais que c'était comme début, je m'en parle, alors j'ai dit, il est pas passé, parce qu'on m'a dit qu'il passait, non, non, excusez-moi. Интересно, он знает Д'Артаньяна или нет? Или это наши люди? А, oui, mais faites pas de soucis. Oui, mais vous passez quand vous voulez. Ce soir, bien sûr, pas de problème. Merci beaucoup. Большое спасибо. О, ты начал уже и по-французски говорить. Да, 5 минут с тобой, и я знаю уже гораздо больше французских слов. Ни хрена не понимаю, что он говорит. Слышь, а может ты понимаешь, что он говорит? Не, я тоже не врубаю. Ну, значит, я больше понял. Потому что мы дискутировали, как он проехал Францию. Он был в Шербурге, потом на Женеву, сейчас в направлении на Лион. А куда вы еще поедете? Наверное, в Италию? Да, мы поедем в Италию, ну, потом посмотрим, может, потом в Грецию съездим. Ну да, это не близкая дорога. Да, на мочке, наверное, это прикольно будет проехать столько. Вот, смотри, смотри, уже пришли эти заправщики, заправку открыли. О, да, классно. Ну, всего вам хорошего, ребят. Пока. Подъехали, чтобы заправить мотоцикл, но на заправке обед, потому что в обеденное время, с часу до двух, никого нету. Ну, и здесь парикмахер нас увидел, что мы стоим, ждем бензин, пригласил нас для того, чтобы попить кофе. Я посмотрел, у него парикмахерская, все. И он стоит без дела. Думаю, ну что без дела человек? Пусть меня подстрижет. Волосы-то я ему не дал, но бороду он мне сбрил.
Так что вот что он из меня сделал. Вот, вот что получилось. Довольно неплохо. Ну и цена, можно сказать, я даже сильно удивлен. Он попросил за эту работу всего лишь навсего 4 евро. Трудно себе представить. Мы вчера ходили по улочкам какого-то французского города, сейчас не вспомню название. Хотели купить помидоры. Так помидоры, просто французские помидоры, но стоили, наверное, за килограмм столько же, сколько он с меня взял. Вот так. Хорошо. Смотреть. Ну. Ну, я знаю, что надо заесть. Что ты знаешь? Что надо возле байки стоять. Да, придется. Еще один хочет сюда. Ну, ребят, там пешеходный переход, а-ля. Здравствуйте. Привет. У вас есть табак? Ага, сигары. Хотите сигару? Ванильную или простую? Ну, натур. Да, натуральную, пожалуйста. Вам с фильтром или без фильтра? А с фильтром? Вы продаете по одной сигаре? Нет. А то я хотел бы сначала попробовать. Если понравится, купить больше. Да, я понимаю, но это невозможно. Но обычно я курю янтарный лист. У вас есть такой? Нет, нету. Ну вот, у нас тут есть всякие разные. Вот Camel есть. Нет, меня не интересуют сигареты. Я курю табак. Да, у вас вон там много табака. Вот в упаковке Camel это табак? Да, табак. Мне бы еще фильтров, пожалуйста. И бумагу. Маленькую бумагу. Да. Спасибо. И вам спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, ничего, нормально. Есть табак у них, блин. Вот такие пачки большие. Нет, Camel. Я ни разу не пробовал. Хочу попробовать. Потом... А я не смотрел. Вот это 6. Вот это... Не знаю. Сколько в месяц? 17. За все. Можешь положить себе в сумку, пожалуйста, вот это? А вот такую я, они с фильтром, посмотри, они натуральные. Не знаю. Сейчас попробуем, насколько это гадостно. Смотрите, какой лясик с моторчиком загнали наверх. Прикольный.
Поехали. Я его снял. А еще, катаясь по Франции, мы обнаружили вот такую штуковину, ребята. Русский УАЗик с русским флагом. Стоит где-то под Лионом. Мы сейчас рядом с Лионом. Вот такая интересная штука. Кто-то его пропил во Франции. А номера у него какие?